Александр Зима, 35-летний спортсмен, вот мы уже сколько раз отмечали, да, такие ситуации. А вот Андрей Кривлевский... Я о чем говорил, что у нас иногда бывает парадокс, что человек в возрасте 50 лет может обогнать 25-летнего, даже такое бывает. И да, даже вот я иногда бывает смотрю, а как у 35-летнего, и иногда бывает, что я кого-то из 35-летних там вот в последних строчках, я их обгоняю, для меня это тоже драйв. Заплыв номер 4. Это предпоследний заплыв 200 метров в комплексном плавании. Мужчины. У нас впереди еще самый сильный заплыв. Но и здесь тоже есть спортсмены, у кого заявленное время. Например, вот 2.14 у Алексея Климова, который по седьмой дорожке плывет. Ну, например... Как я вижу, такого времени, например, нет ни у кого из заключительного пятого заплыва. Так что вот это, судя по заявке, самый быстрый спортсмен из участников этого вида программы. Но он сейчас, самый молодой, 30 лет ему. Он сейчас как раз и лидирует. Ну, кстати, конкуренция ему составляет по второй дорожке Денис Кужман из клуба «Урал». Сейчас уже брасом плывут спортсмены. И есть такое ощущение, что постепенно подбирается Денис Кужман к Алексею Климову. Следующий этап. Ну, а по-моему, в лидерах ты сейчас шестая дорожка, нет? Климов-то он, похоже, на третьем месте плывет. Да, Дмитрий Луганов, простите, друзья, ввел я вас в заблуждение. Так и есть, шестая Ласточка, дорожка. Пенза, город Пенза. Все верно, Дмитрий Луганов. Ну, кстати, и время у него заявленное тоже 2.09. А проплыл 2.06. И это, безусловно... А Климов проплыл, как Кремлевский. 2.19. Да, ну это сейчас абсолютно лучшим результатом будет Дмитрий Луганов, 2.06. Представитель клуба «Ласточка». И ждем участников последнего пятого заплыва. Там заявилось 5 спортсменов. Категория 25-29 лет. Ну, а после комплексного плавания у мужчин, пожалуй, самое зрелищное часть сегодняшней программы. Начнутся смешанные эстафеты. Это всегда очень эмоционально. Ну и опять же, мы говорили, что есть надежды, несмотря на все сложности с подготовкой спортсменов, что будут показаны очень высокие результаты.